Это никто не видел, что это было священно какой-то тайной, понимаете? В чем заключается этот ритуал? В том, что я сначала шепчу молитву, потом крещусь, потом целую и пол, и унитаз, и в общем все, готова взять весь туалет, туалет, языком своим, если я прошла гигиены, понимаете? И при этом нужно выпить водичку или там размазать калпа этим самым во рту, чтобы эти самые миазмы, вот такие парни с моего тела, не отравляли воздух, и чтобы людям было спокойно со мной, чтобы никак ничего не пахло. Вот. И таким образом я хочу сходить по-маленькому, по-большому. Ну, знаете... Это перед тем, как сходить в туалет? Перед тем, да. Я чувствую, что если хочу в туалет сходить, то не могу. В общем-то, я слишком мочи. И я вот пока все ритуалы не произношу, то есть не проделаю, до тех пор у меня все это будет слишком мочи.